Здравствуйте, друзья! Покупая печь, камин или котел, некоторые с удивлением узнают, что качественный дымоход может быть сопоставим по цене, а порой получается дороже, чем сам отопительный прибор. И, естественно, возникает желание сэкономить. Давайте сегодня рассмотрим те случаи, когда вместо утепленных элементов в дымоходе можно использовать обычную монотрубу, которая, естественно, доступнее. Забегая вперед, скажу, что таких вариантов немного. И даже при наличии такой возможности мы рекомендуем своим покупателям выбирать нержавеющий дымоход из сэндвич-труб. Ну а для начала давайте поймем, чем отличается сэндвич-труба от обычной. В сэндвиче всегда есть две трубы. Одна внутренняя, по которой проходят горячие дымовые газы, и одна внешняя. Защищает внутреннюю трубу от чрезмерного охлаждения, именно охлаждения, слой утеплителя из негорючего материала, который находится между двумя этими контурами. Ну, например, в сэндвичах производства УМК плотно засыпается вспученный лейникулит, который является этим утеплителем. Это негорючий природный материал, основная задача которого именно утепление дымохода. Дело в том, что в холодное время года при работе отопительного прибора в медленных режимах, а это поддержание горения, режим длительного горения, или же тот момент, когда печь заканчивает свою работу, температура отходящих дымовых газов может снизиться до таких значений, ну, так называемая точка росы может снизиться до таких значений, при которых на внутренних стенках трубы неизбежно начнет образовываться конденсат из влаги, содержащийся в дымовых газах. И чем лучше утеплена труба, тем выше значение температуры точки росы. На влажных стенках трубы охотнее оседает сажа, что не только ведет к сужению трубы, а следовательно к ухудшению тяги, но и приводит к повышенному риску возникновения пожара из-за воспламенения сажи. Несмотря на то, что современный дымоход изготавливается из качественных нержавеющих сталей, даже этот материал подвергается разрушительному воздействию кислот, которые неизбежно образуются в дымоходе при смешивании конденсата с летучими соединениями, образующимися при сгорании топлива. Особенно это касается угля. Означает ли это, что вам в любом случае придется купить сэндвич-трубы для своего дымохода? Нет. Монотрубы идеально подходят в качестве стартовых элементов для печей для бань, отопительных печей, мощных каминов. Недорогим дымоход получается тогда, когда большая его часть проходит внутри дома. Этот участок дымохода можно оставить из монотруб. Однако при проходе через кровлю или для той части, что выходит на крышу, нужно использовать сэндвич-трубы. Дымоход, целиком собранный из монотруб, лучше эксплуатировать в теплое время года и только в паре с отопительными приборами с высокой температурой выходящих дымовых газов. Это, например, банные печи, печи-буржуйки, печи-камины и каминные топки. При использовании его зимой или в холодное межсезонье, спустя довольно короткое время, владелец такого дымохода гарантированно получит проблемы с образованием в трубе конденсата и со всеми вытекающими последствиями. То, насколько долго и надежно прослужит дымоход, зависит не только от качества материалов, но и от того, как он сконфигурирован и правильно смонтирован. Подобрать дымоход для вашего дома помогут специалисты интернет-магазина farnax.ru, а посмотреть, как его смонтировать самостоятельно, можно на нашем канале. Подписывайтесь на канал Farnax Film, обязательно заглядывайте в наши социальные сети. В наших группах в социальных сетях мы публикуем материалы, в том числе и про дымоход. И ждем вас в гости в магазинах Farnax в городе Новосибирске. Скоро увидимся. Пока!